Мексиканские археологи обнаружили захоронение периода цивилизации майя возрастом 1200 лет. Находка была сделана близ древнего города Чичен-Ица на юге Мексики. Обнаружили древние могилы случайно, во время работ по расширению автомобильной трассы. В руки ученых попало по меньшей мере 7 фрагментов человеческих скелетов, похороненных в прямоугольных могилах, а также 30 изделий из керамики, посуда из глины, стекла, обсидиана, нефритовые бусы и серьги из ракушек. Все найденные артефакты уже были отправлены в лабораторию для дальнейших исследований. Интересным элементом этих захоронений являются подношения. Они знаменуют период развития ремесел. Керамика, хронология – все это показывает нам, что захоронения в тот период имели большое значение, особенно если посмотреть на подношения. Мы обнаружили, что в каждом захоронении было 2, 3 или даже 4 подношения. Некоторые были завезены из других регионов. Как предполагается, захоронения были сделаны в период с 600 по 800 годы нашей эры в пик развития древнего города Чичен-Ица. Они находятся приблизительно в 20 километрах от поселения и показывают, что важные представители народа майя селились и за пределами древней столицы. Археолог Хосе Осорио говорит, что люди, похороненные здесь, в какой-то период своей жизни, вероятно, жили в больших городах. Обычно захоронения такого типа указывают на сообщество, которое жило в большом городе, людей, которые строили пирамиды. Майя является одной из важнейших цивилизаций Мезоамерики. Они строили свои каменные города с ритуальными строениями в центре на территории современных Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Хотя эта цивилизация просуществовала в регионе более 2000 лет, древние майя в период упадка культуры по непонятным пока причинам покинули большинство крупнейших городов приблизительно в 900 году нашей эры.